Друзья, ну что ж, всем привет, с вами снова по-прежнему я, Лестер. Это у нас, собственно, Grand Mobile, то есть, собственно, GTA наш телефон, как бы, вот, как бы я транслирую экран телефона на компьютер. И сегодня, друзья, я бы хотел бы, друзья, купить машину одного очень известного, собственно, блогера и купить, как бы, его легендарную машину. Ну, я думаю, что вы уже, собственно, поняли, что это за машина, то есть, что вообще за машину я сегодня куплю. Это, друзья, будет Audi R6. Булкина, то есть серая, та самая легендарная, которую я лично сам, пацаны, обожал, и, блин, мне как бы очень жаль, как бы, что он ее продал, и, друзья, как бы, я бы сегодня хотел бы купить ее, пацаны, на Grand Mobile, друзья, если что, как бы, это игра, как бы, на телефон, то есть GTA, как бы, на телефон, друзья, ссылка в описании, как бы, у меня для вас, как бы, есть промокод, который даст вам, пацаны, сразу же бабки, и, как бы, вы сможете, как бы, со мной вместе уже, как бы, играть с бабками вместе, то есть, вы, как бы, зайдете, и у вас уже, как бы, будут бабки на машину. Так что, друзья, ссылка в описании, как бы, давайте я вам покажу, как ввести мой промокод. Нажимаем, друзья, вот сюда вот. Друзья, мы нажимаем на промокод и пишем, собственно, просто вот так вот, лес, друзья, и получаем бабки. Если что, я играю на втором, на севере. Короче, заходим, спавним. Сейчас мы, давайте, пусть будет М4, потому что, как бы, я М4 просто обожаю. Друзья, короче говоря, что мы делаем? Садимся мы в мою легендарную, блин, М4, потому что я ее просто люблю, обожаю, ценю. Вот, короче, садимся, просто мы в мою М4. Какого-то оно мне странного, конечно, цвета. Не знаю, почему, как бы, я ее сделал вот такого вот цвета. Такое оранжевое вроде бы, и вроде бы не оранжевое, короче. Окей. Сейчас мы, пацаны, открываем машину, закрываем ее обязательно и включаем фары, друзья. Короче, все. Теперь, друзья, мы вот так вот раздаем боком. Да, конечно, быстрого дела еще тот самый. Короче, друзья, короче, сейчас мы едем в автосалон. Нажимаем мы на нитро. Давай, нитро. Это что? Это что такое? Там какой-то ключ под нитро. Я не знаю, что это. Так, друзья, короче говоря, сейчас мы едем в автосалон, и, к сожалению, у вас качество просто максимально плохое, хотя у меня в телефоне, пацаны, графика просто максимально шикарная. Это потому, что, как бы, я транслирую экран телефона, и как-никак, как бы, качество теряется, к сожалению, даже, друзья, это, как бы, моя вина, как бы, за это, пацаны, я лично извиняюсь, то, что я, конечно, попытаюсь после этого ролика это исправить, друзья, как бы, конечно, это будет очень сложно, я думаю, и вообще, я надеюсь, что, как бы, вообще смогу это исправить, то, что, друзья, короче, за это я извиняюсь, так сказать. Сейчас, пацаны, что мы делаем? Мы, как бы, выходим, вот, как бы, автосалон премиум, заходим, пацаны, сейчас мы в него. И покупка автомобиля для личного пользования, конечно же. Сейчас мы, друзья, что делаем? Сейчас мы берем и ищем Audi R6. Вот, сколько она стоит? 4 200 000. Можете меня, как бы, поздравить, потому что, пацаны, бабок мне хватает. Блин, так, окей, окей. Сейчас мы, пацаны, садимся в мою М4 опять. Давайте пока что ее откроем, потому что я, как бы, каждый раз ее закрываю, чтобы мне ее, блин, не угнали, короче говоря, вот. Сейчас мы, пацаны, садимся в нее. Вот так вот культурно боком. Что там? Вы это видели? Куда он пролетел, блин? Короче, друзья, сейчас мы летим. Опять же, на парковку. Аккуратно, аккуратно. Вот, это было красиво. Да, друзья, мы сейчас, как бы, можете реально, как бы, в комментариях написать то, что Лестер водила, потому что я реально обычно водила. Вот, короче, едем сейчас мы на парковку, ребята, и спавним ту самую... Да, Лестер водила, блин. Друзья, кстати, совсем забыл вам сказать то, что скоро, как бы, я у себя в телеграм-канале, как бы, разыграю М5 R6, пацаны, на Grand Mobile. Так что, друзья, ссылка в описании на мой телеграм. Как бы, условия максимально, как бы, простые, как бы, скачать, как бы, Grand Mobile и быть подписанным, пацаны, на телеграм. И там, как бы, скоро будет розыгрыш на М5, на R60, вот. Так что, друзья, мы заспавнили. А, не, мы не заспавнили, я дебил. Так, хорошо, так. Сейчас мы, собственно, должны будем сперва убрать М4 с сервера, выгрузить, и затем, собственно, мы уже сможем заспавнить мою Audi R6. Мою, ну как мою, ну, Audi R6, собственно, Булкина, грубо говоря. А, где она? Она тут? Это она? Подожди, где моя? А, вон она, блин, я ошибся, блин, извиняюсь. Короче, открываем, друзья, эту малышку. Как бы, у Булкина она была просто максимально шустрая, быстрая. Посмотрим, пацаны, насколько она быстрая на Grand Mobile. Как бы, она, по идее, реально должна быть тоже такой же, пацаны, быстрой, в принципе. Сейчас мы, как бы, еще и поедем, поставим сюда нитро, потому что без этого, как бы, вообще никуда. Короче, друзья, погнали. А что она такая высокая? Чё она как танк высокая, блин? Окей, хорошо. Братан, пропусти, пожалуйста. Салам алейкум. Пропусти. Салам алейкум. Я на R6, как бы, мне вообще насрать на все правила дорожного движения. Блин, она слишком какая-то высокая, друзья. Что с ней не так? Ну, зато она управляется, пацаны, просто пипец как шикарно. Но зато, как бы, мы можем наводить такую оперскую суету на ней. Гляньте, хопа, салам алейкум. Нет, стой, на колеса. Дебил я. Я дебил.
Я дебил. А, не, я умный. Я умный, пацаны, я не дебил. Я только что чуть не взорвал гребаный Audi R6, пацаны. Я думаю, что Булка меня за это просто убил бы. Хорошо. Короче, сейчас мы что делаем? Заезжаем, друзья, и ставим нитро, конечно же, потому что без этого просто никуда. Теперь, друзья, эта Audi R6 должна валить намного, намного быстрее. Ну что ж, друзья, проверяем. Хоп-хоп-хоп. Включаем нитро и тапка в пол. Охренеть, она теперь быстрая, друзья. Сейчас я могу, пацаны, реально наказать любую машину. Просто гляньте, что она вытворяет. Смотрите, хопа. Оперская суета. Жесть, пацаны. Опер выехал. Наград мобайл наводит суету. Просто гляньте, что я вытворяю. Просто салам алейкум. Салам алейкум. Опа. О! Чё? Нифига там проехал между двух машин. Офигеть. Я научился, пацаны, ездить на двух колесах. Ошалеть. Это Audi R6, собственно, меня научило переворачиваться. Да. Короче, минус Audi R6, собственно, Булкина. Спасибо всем за просмотр, собственно, всем удачи, всем пока. Друзья, короче, я перевернул Audi R6, собственно, Булкина, к сожалению. Вот. И почему-то камера моя пропала. Я вернулся. Друзья, короче, теперь что могу сказать? Спасибо, что сбил меня, чувак. Друзья, короче, на этом у меня все. Если как бы вам понравилось мое вождение на этой Audi R6, то, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк. Всем как бы огромное спасибо за просмотр, друзья. Короче говоря, я купил Audi R6 с Булкина. Как бы я стою сейчас на ней. Вот, так что, друзья, на этом у меня все. Всем как бы удачи, всем пока-пока.